мы видим, что сейчас и на уровне федерального законодательства инициируются поправки, которые будут увеличивать ответственность владельцев собак в случае, если они есть, или в случае безнадзорных животных, должностных лиц в случае агрессивного поведения и когда страдают люди. И в целом ситуация еще раз подчеркивает, что у нас, нам нужно принимать дополнительные меры. Я хочу сейчас тоже анонсировать, что у нас завтра проводится на площадке законодательного собрания Камчатского края обсуждение возможных законодательных инициатив, тех проблем, которые мы видим с реализацией закона об ответственном отношении с животными, в том числе с участием федеральных экспертов. Обсудим завтра досконально все подходы к совершенствованию законодательства, они явно требуются, и по итогам обсуждения попрошу оперативно готовить наше предложение в федеральное законодательство, которое позволит учитывать специфику Камчатского края, но и при этом нам осуществлять в полном объеме те задачи, которые предписаны законодательством в соответствии с методикой работы с бездомными, безнадзорными животными. Еще раз повторюсь, подход понятный абсолютно, полномочия предписанные должны выполняться, а жизнь человека – это самое главное, и всегда она должна иметь приоритет в тех действиях, которые мы все с вами принимаем и ведем.